Народ такой, вы что говорите, а я да не могу понять. Да потому что надо нормально вот разговаривать. Вот вы дослушайте. Нормально разговаривать. Политеке, дай вот как я запомню. Политеке, у вас такой ум, мне очень нужно. Хотите, завтра у меня, когда юрист будет, я лично я в юристы посажу, вы вот это все объясните, он тупой у меня. Помогите мне в этом плане, пожалуйста. От вас мне помощь нужна, отвечал. Да, находите поддержку. Ради вашего соседей, пожалуйста. Ради вашего соседей, ради вас. Я уже был. Ради жителей, пожалуйста, я помогите уже был нам. У вас не один раз и с вашим юристом разговаривал на эту тему. Все, соберите, давайте напишите, отказывайте все, и все, нас тоже, помогите нам тоже. Если вам не интересует, так, в таком виде напишите, мы отказываемся от взноса, и все. Помогите вот в этом плане нам, пожалуйста. Мы против сноса! Мы против сноса! Мы против сноса! Здравствуйте, уважаемые товарищи. Сегодня по просьбам жителей Махали Дамарык мы сегодня приехали в Якосарайский район Махаля, которая попала под снос между Абдулла Кахара и МКАД. Жители более 150 участков попадают под снос. Здесь планируется застройка новостроек со стороны застройщика Мегалогистик Сервис. Поэтому сегодня вот жители собрались свою позицию высказать по зрителям. Пожалуйста, расскажите коротко, что происходило здесь. Здравствуйте, меня зовут Синтьевова Евгения Николаевна. Я проживаю на данной территории Махали с 94 года. Что я хочу сказать? Мегалогистик пришла сюда на улицу во второй половине сентября 2019 года по поводу как бы изъятия наших участков. Но решение Хакима города вышло 6 февраля 2019 года. Никаких собраний, никаких оповещений, ни с какими ято города, ни с какими ято района мы не получали. Общего собрания, которое предусмотрено инвестиционными проектами указа президента 54.95 и 55.11, где идет ссылка именно решения Хакима, не проводилось общего собрания о том, каким образом будет производиться снос, какие нам будут выплачены компенсации, как это будет вопрос решаться, кто состоит в комиссии, кто будет защищать наши права перед этими инвесторами. Однако сама Мегалогистика повела себя так, что тоже не захотели они нас собирать общим собранием, хотя мы неоднократно им предлагали, не разрешали нам собираться вместе, обсуждать. Только вот по одному к ним мы должны были, как они нам предложили, по одному мы должны были к ним приходить, получать даже эти извещения. Извещения они нам тоже ни по домам, ни по почте не разносили. Вот придите к нам в штаб, и там вы получите, мы там поговорим, где собиралась. Очень большая, как бы сказать, аккуратненько так, большое количество молодых людей, которые... Вот вы заходите, и они на вас, вот 10 человек, могли вот наброситься и вам, короче, читать лекции. Читать лекции о том, что земля не ваша, что только они дают жилые, да, что вам не положена компенсация, никаких прав при этом не обсуждалось. Поэтому вот мы как бы против такого сноса, мы не против политики государства, ни в коем случае, но... Пора уже, по-моему, решать в государстве, где идут большие скандалы именно по сносам, что уже надо эти сносы все остановить до принятия какого-то хорошего решения, того же плана города. Постановления никак не работают. Нам утверждают, что указ президента 54.95 от 15 августа 2018 года, то есть до принятия решения Хакима города о сносе, никаким образом на этот снос не распространяется. Хотя там указано, что без обсуждения со 100% жителями, собственниками и проживающих на данной территории, не только собственных, а именно всех, кто здесь прописаны, а решение о том, как этот будет производиться снос, какие люди получат компенсацию, куда их будут переселять, на что мы имеем право, не имеют права они вообще даже принимать решение. Получается, что у нас законы пишутся, но почему-то на местах никем не поддерживаются, не решаются. Хакимият района вообще нас не защищает. Ни милиция, ни Хакимият, ни Махалинский комитет, ни прокуратура, которая должна присутствовать. Там написано в решении, что комиссия состоит из налоговых инспекции, из прокуратуры, из милиции, участковый должен присутствовать, с Хакимията города, с Хакимията района, с службы кадастра. Где эти все люди, мы их никого не видели?
Более того, эти люди скрывают свои имена. Документ, удостоверяющий личность, было не представлено. Показано было только какой-то там А4, распечатанный на бланке с печатью, фамилия, имя, ну извините. Я на бланке могу распечатать все, что угодно, мы все работаем. Удостоверение личности – это паспорт? Или должно быть удостоверение личности от этой фирмы, что действительно это человек под гербовой печатью, с фотографией, фамилия, имя? Никакого паспорта на штабе тоже не было. Что здесь будет строиться? Как это будет делать? Ну, меня, жители все недовольны. У меня тем, вопрос что... сейчас. Да. Это Махалле, которые попали под снос, сколько жителей проживает? Ну, домов, которые попадают. И сколько были компенсированы? Я смотрел, здесь некоторая часть выселена, уже снесли дома. Можете эту информацию тоже поделиться? У нас, по-моему, где-то около 150 домов. Да. И 147. 147. И еще на этой территории есть несколько юридических лиц. Да, нежилых помещений. Нежилых, да. Коммерческих. Наверное. Коммерческих. Вот. Снесли они в порядком 37 дома. В общем, да, снесли. А отчитываются, как бы они 53%. 53%. А какие виды компенсации вам предлагалось со стороны? Предлагалось лично вот мне, когда я разговаривала, я нашла себе квартиру. Во вторичном рынке? Во вторичном рынке, на именно в этом районе. Она всего стоила, я так это, на тот момент... 53 тысячи долларов, но мне сразу сказали, что это дорого, что мне, во-первых, не положена такая квартира, что это дорого, что мне только дадут квартиру в рамках жилой площади дома. Опять же, на разговор о том, что квартира не может состоять только из жилой площади, что есть жилая площадь, есть общая площадь, и есть площадь, которая не входит даже в общую площадь, это лоджии и балконы. Но, знаете, вот если у вас три комнаты жилой, вот только вас, вам вот эту площадь и посчитают, кухню, другие строения, ваню, ванны, это их не касается, так, они это не хотят. Для заметки, я для хочу напомнить, по тому же указу президента на основании решения Кабинета министров, при компенсации вместо сноса жилья предоставляемого, это берется общая площадь. Кроме общей площади, еще плюс считается у вас как земельный участок, и за, по рыночной цене компенсируется за земельный участок. Они нам всегда говорили, да, что это государство. И добавочно у многих, ну, 90%, 80% есть застройки, которые не включены в кадастры, это самостройки. Даже эти при компенсации, они тоже учитываются по этому данному законодательству. Поэтому, и плюс учитывается переезды. Моральный ущерб, да. И ущерб, если вы получаете новостройку или какой-то хотите построиться, вам еще учитывается 2 года выплачивается аренда, пока вы переедете, пока обустроите. Поэтому это все по черным, по белым все написано. Вот на этот момент, когда мы стали говорить, что кроме того, что у нас есть жилье, у нас еще есть земельные участки, нам стали люди мегалогистики, которых мы не знаем имен, что земля не наша, а государственная. Мы подняли все кадастры. Вот мы собрались, жители подняли кадастры. Мы попросили перевести юриста, что в кадастре эта строчка обозначает, где про землю. Там у нас у всех практически написано, что пожизненное наследуемое владение. То есть у нас есть право на эту землю. Вот это рыночное право на владение землей нам и не хотят тоже компенсировать. Здесь эта Махалля очень старая Махалля. Например, бабушка, дедушка моего мужа с 38-го года живут. У меня есть соседи, которые еще при царе жили. При помещиках. Потому что это очень старая Махалля. И она не то, что там до войны, она вообще дореволюционная. И как можно... То есть больше 100 лет уже вот здесь эта Махалля существует. И как можно вот так прийти и просто взять и выселить людей. И знаете, когда наши соседи пошли в Хакимият городской, там такие слова слышали, что здесь живут какие-то все, типа, чуть ли не алкаши, бомжи. Это как можно так относиться к своему народу? Мы здесь все платим налоги, это раз. Мы местные налоги платим. Это налог на землю, налог на имущество, который идет в местный бюджет. Извините, я бухгалтер, поэтому я знаю, куда идут налоги. То есть Хакимият живет на наши налоги, и при этом... Почему-то он не хочет наши интересы защищать. Махалинский аксакал тоже приехал, всех разогнал, чтобы мы не собирались. Это было в октябре, на праздник как раз 1 октября. Мы собирались обсуждать вот этот вопрос. Видеокамеры поставили. Поставили видеокамеры и следят. Если кто-то собирается больше двух, уже они бегут, спрашивают, почему вы тут собрались?
Нельзя собираться, нельзя обсуждать, нельзя разговаривать. Я хочу еще раз к вашим словам добавить, что вот когда предприниматели и застройщики начинают вот сносить старые махали, они сразу смотрят, что говорят, вот понастроили, также говорят, то, что старые дома ветхие, то, что здесь жители коренные долго проживают, они не учитывают тот фактор, что в каждой семье здесь есть какая-то память, это история, ценности. Это бесценно. Поэтому это надо учитывать. Во-первых, надо заранее это ставить на обсуждение. Люди готовы ли это потерять эту ценность? Потому что это связывает несколько поколений. Здесь проживало родители, здесь люди росли, здесь вот какие-то родственные узы, семейные, вот махалле. Вот это они не учитывают, потому что, не знаю, как они в жизни свою позицию, как они свою политику выставляют застройщики, они не хотят эти аспекты учитывать. Это вообще бесчеловечность, я считаю. Вот еще представитель махалле хочет рассказать про это. Жители махалле, свои традиции, вот, свои обычаи. Пожалуйста. Здравствуйте. Пожалуйста. Я хочу сказать, что у нас махалля многонациональная. Здесь собраны люди всех сословий социальных, разных профессий, разных национальностей. Но нас всех объединяет одно. Мы все вот махалле законопослушные граждане Узбекистана. Мы уважаем законы Узбекистана. Все люди грамотные, мы все читали. Перед тем, как обратиться вот сегодня к вам, мы просмотрели все законы. Я хочу просто подчеркнуть. До сих пор все население, которое здесь присутствует, мы исправно, с уважением выполняли все свои обязанности. В наши обязанности что входило? Уважение к Конституции, вовремя мы платим налоги, никто из нас не нарушает никаких прав. И сегодня пришел тот момент, когда мы хотим защитить свое самое главное право. Право на жилье. Мы не какие-то, извините за выражение, применить хочу это слово. Мы не какие-то попрошайки, мы не какие-то бомжи. Мы все собственники домов. Мы не требуем, не просим, подарите нам что-то. Мы просим то, что нам принадлежит по закону. Мы опираемся на законы нашего государства. У нас нет никаких неровных движений. У нас есть одна большая защита. Это наш президент и наши законы. И мы считаем, что эти законы должны воплощаться в жизнь. Еще бы я хотела отметить следующую вещь. Дело в том, что все проживающие здесь люди, мы очень долго, терпеливо ждали, когда же к нам они будут относиться нормально, уважительно. Я прочла сама лично все законы и обратила внимание, что наш президент везде говорит, априори, даже что-то, если в суде будет неясно, закон должен решаться в пользу собственника. Потому что мы сейчас повышаем благосостояние народа. А благосостояние это что? Прежде всего, где он живет. Будет богатым человек, будет богата страна. Так сказал наш президент. Поэтому мы просим единственное, чтобы нас, граждан Узбекистана, защитили. Сегодня мы чувствуем немножко тревогу. Мы хотим, чтобы нас защитили, защитили нашу справедливость. Ничего другого не хотим. Вот представитель махалле Закирова Людмила хочет рассказать про сейчас в данный момент идет суд. Вот как, куда обращались жители, в каком процессе сейчас находится. В связи с тем, что у нас ситуация не прояснялась, жители объединились, и мы подали исковое заявление. У нас было более 60 землевладельцев, владельцев собственности, и мы обратились в Учтепинский административный суд. Но, к сожалению, проходили прения, заседания суда. Решение вынесли не в нашу пользу. К сожалению, решение хакима не отменили, хотя несколько пунктов явно нарушающих право наше на собственность, на законные интересы были нарушены. К сожалению, судья не принял во внимание тот факт, что, во-первых, плана не было, он не был подписан главным архитектором, во-вторых, самого генплана нет, и схема участка, она не была подписана главным архитектором города. Здравствуйте. Значит, я являюсь жителем этой махалли, проживаю по улице Окюл, 3-й Торм. Меня зовут Якубова Гульнара. К нам тоже приходили застройщики, и мы с махаллёй вот решили собраться и подать в суд административный. Мы сначала подали в Чалансарский суд, а потом Чалансарский суд определил, что будет выносить решение Степинский суд.
Вот. В ходе суда было выявлено ряд нарушений. То есть в заявлении был указан ответчиком каким города Ташкента. Мегалогистик был у нас третьим лицом. Да, сейчас коротко объясню. Это иск был подан со стороны жильцов на признание решения хакима города Ташкента. Да. Недействительным, да. И с ответчиком фирмы-застройщика «Мегалогистик-сервис». Да. Вот. В связи с этим в ходе суда был выявлен ряд нарушений, в котором было, значит, наш адвокат сказал, значит, первое было нарушение решения хакима было составлено 6 февралем, а инвестиционный договор с застройщиком был заключен 29 января 2019 года. То есть это получается, инвестиционный договор был составлен раньше, чем вышло решение хакима. Мы не поняли, каким это образом произошло. Потом адвокат выявил, что по виду деятельности мегалогистик не имеет права на строительство. То есть мы посмотрели, что у них ОКЭТ не соответствует деятельности для строительства на нашей территории. Потом, значит, не было проведено собрание с жильцами, владельцами домов, что подтверждается отсутствием протокола собрания собственников жилья, о чем было выявлено в суде на заседаниях тоже. Не были обозначены границы территории для застройки. В суде выяснилось, что на плане участка для застройки не было подписей геокадастра и других необходимых подписей лиц и организаций. Датирован план застройки 4-м кварталом 2019 года. Само решение хакима города Ташкента датировано 6 февралем. Было отправлено уведомление в сентябре 2019 года, из-за чего судья вынес решение о том, что мы пропустили срок на обжалование принятого решения города хакима. Вот, и об отмене этого решения. Решение города хакима не имеет юридического заключения. Это тоже было выявлено в ходе решения, в ходе суда. Насколько юридически грамотно и без нарушений законодательства оно составлено. То есть не было вот этого юридического заключения. Потом не было проведено открытого аукциона, тем самым нарушив новый механизм предоставления земельных участков для инвестиционной деятельности. То есть было выявлено ряд нарушений в административном суде, но суд не принял решение в нашу пользу, сказав, что мы опоздали со сроками. Вот. Поэтому мы считаем, что решение хакима нарушает наши права и законные интересы. Получается, мы подали на апелляцию в городской суд, чтобы городской суд определил, является ли вот это решение хакима города Ташкента нарушающим наши права или нет. Вот представители Махали, Регина и Лена. Здравствуйте. Мы, жители Махали Дамары, против застройщиков этих вообще полностью. Мы не хотим с ними вообще никак сотрудничать, потому что они все наши права нарушают. Изначально. Да, полностью. То, что было изначально сказано в решении, они ничего не исполнили. Абсолютно. Вот у нее, например, дом полностью разрушен, все стены разрушены. Я проживаю по адресу 1-й проезд Абдулла Кахара, дом 48. У меня имелся общий кадастр с соседом, который проживал под домом номер 50. С ним договорившись, и у нас есть совместные площади земельные, с ним договорились, снесли, что не имели права сносить. Частично повреждены наши строения. Сломали с другой стороны нам забор, ничем не руководствуя, ну, чтобы нас выселить из этого, и чтобы инвентаризационная стоимость дома тоже снизить до нуля, и чтобы нам ничего не предоставлять нормального. Да, в дополнение хотим сказать, что обманывают всех пенсионеров, кто мало знающий законы, полностью нарушают их права. Уже несколько человек здесь на улице умерло от этих нервов, то, что они здесь творили беззаконие. В суде они обманывают, то, что они 53% сломали, хотя это не так. Вся улица почти вся полностью стоит на месте. Никто как бы и не согласен с их предложениями. Сейчас они заставляют жителей тупо, чтобы они соглашались на их условия, чтобы они как бы выселялись или в общежитие, или же там за переезд, где нет ни условий, ничего, или же как бы просто по договоренности за копейки уходили. Мы не согласны с чем? То, что с нами не проведено было собрание, не было никакой комиссии, что наши права не учтены никакие, что мы против вообще слома. Мы хотим здесь жить, потому что у нас здесь снос, красная линия давным-давно стоит, и мы не можем здесь ни построиться, ни нормально, как бы кто-то хочет продать, уехать куда-то, кто-то хочет построиться, кто-то открыть бизнес. Мы этого не можем
на протяжении многих лет сделать это, потому что у нас стоит красная линия. Просто я хочу еще раз остановиться на этом момент. Я хочу обратиться еще раз в Верховный суд, коллегию Верховного суда, потому что эти районные, административные, гражданские, уголовные ничего не помогает. Суды вообще, здесь факты, явные факты, что здесь были нарушены указы президента, градостроительного кодекса, указы, решение кабинета министров, что изначально не было обсуждения, всеобщего обсуждения. Не было вида перечня компенсации, не было предоставлено компенсации, они уже начинают вот эти сломы и вот эти открыто игнорируют эти решения. Просто я удивляюсь, что решение суда сразу отказывает и никакие не изучив все факторы, и они просто останавливают дело. И дальше это идет. Почему нужен нам районный суд, если он районный всегда 90% отказывает, люди идут в городской, верховный, вот. В 40-60 случаях Верховный суд встает на защиту законных прав людей. Зачем нам эта лишняя бюрократия нужна? Лучше давайте сразу будем обращаться в Верховный суд. Зачем нам эта бюрократия? Люди здесь расходы несут. Идет потеря времени. Люди морально здесь. Вот просто я вот сам участвую в судах. Это мне вообще смешно, что судья вообще говорит другое, а решение, выносит решение совсем другое. Поэтому это я считаю, что эти надо вообще всех судей заново все протестировать. Полностью, или вообще закрыть эти ненужные суды, гражданские, административные. Это без конца. Это будет продолжаться. Это деньги, расходы на адвоката, найм адвоката. Эти госпошлины, это время. Поэтому я категорически хочу рассматривать, чтобы правительство, коллеги Верховного суда это рассмотрело этот вопрос. Да. Это просто изматывает людей. Mana biza mahalla faollaridan Abdufattoh hokim ham o'zlarining fikrini bildirmoqchilar. Marhamat, Abdufattoh. Mana 19-yil kuzdan beri mana shu yerda har kuni to'polon janjal. Bu Megalik logistika degan bir tashkilot, bilmadim qanaqa bir bolalar kelishdi, odamlar uyga kirishdi, o'tdan-bo'tdan buzishni boshlashdi. Hozir mana agar xohlasanglar olib borib ko'rsatamiz. Bu mahallada Bu atrofda tag'lam buzilgan yo'q. Nariy mahallaga borsanglar, xuddi bomba tushganday bo'yatibdi. Baraka topkirlar, bu qanaqa insonlarki, men tushunmayman bularni. Davollar turibdi, bizdimi, bizni olib chiqib ket. Yo'q, davollar turibdi. Xudo ko'rsatsa, bitta kelinmi, qizmi o'tib ketgan boshiga bir g'ish bilan ursa, ertaga o'ligini 3 kundan keyin sassi biladi bular. Boshqa odam bilmaydi. Lekin endi ko'rinmaydi. Hamma yerda taxta, ali Temir, telsey, g'ish, shlaka blok boshqa qo'yatdi. Bu qanaqa buzish bu? Odamlar bu yerda yashash kerak, hamma kuchi, bushu, hammasi xalqaradan kelib shotdi. Hamma musir shotdi. Bizning mahallamiz juda aktiv mahalla. Baynal minal, hozir to'g'ri aytdi kimdir, internetsional. Bizda hamma millatdan bor. Bizda kimni o'ligi bormi, boshqasi bormi, to'yi bormi, hammamiz qatnashamiz. Bizda ajratish, bir o'zga urushish, balki bir odam bilan shotdi mana, nechinasi bir odammi, bir odam bilan qo'shnilar urushganini ko'rmaganman. Biz hammamiz aql bo'lib ko'tib ish qilamiz. Nimaga bunday endi bu? Qanaqa bu nohaqlik bu? Bu uyga kelib behurmatsizlik qilib yuz yillarga oyoq bosgandin. Bu bunchalik emasdi. Biz bilan tekislab ket, gapirdi hokimiyatdan keldi. Buzlading dedi. Tegacha qilgan yoshilar ishlasin. Nomiga bitta traktor aytib bunda olib keldim, buldozerni olib tekislab qo'ydi o'zicha. Hammamizdan unda bo'ldi. Gapirsangiz osmonda. Oke, bizden adamlarımız var. Kimi adamı? Yapki adamı inmem ki mahalleye. Erkek bu sen. Ben yerime deydi o. Generalden, koktreneri adam at boy gelmiş. Ama ki uşak ki varayım, benim de acay deydi. Ben ettim, ben kitap kör. Ben gel, 5 sotu, 4 sotu ile hala bir gününü görün dedim. Ben kokçadan nereye o, kalk kaça dedim. Hali erkek eleme, inlik eleme, topi. Hemen sarsan kıldı cinli kod. Süt ki gele gele neşte adam vardı. Takside vardı, maşinleri de vardı. Bula harcettiğini kim? Ayşe kolesterolüydüm bile. Nima haqqi bor bu tikkelimni qilish? Qani mart bo'lsa bittasi chiqsin hozir. Chiqolmaydi, sotgan bitta boshlig'i bittasi borgan yo'q, to'g'rimi? Ne bunida ekni? Direktor bitta yurishi jo har gal har qilish keladi. Bitta hamda mishqi bilan jo'natib qo'yibdi. Mana qavoydi. Hammani aldab shunday qilib, yo bu yaqin. Men bitta qo'shindan kim bizib ketdi. Davol to'sib qo'ysang, nima to'sib qo'yding? Bu meni yerim. Ya, o'tda nima hamma musib tashlasin. Mana bu Qodir qo'shnisi. Men bitta qo'l buzildi. Qolganlar bo'tdinglar hozir. Hammasi qarshi. Million bergan taqdirdan biz ular bilan ishlamaymiz. Bizga bu keragi yo'q o'tdi. Biz shu yerda yashamoqchi bizga maqsadimiz shu. Bizga mana shu narsani atmet qilib beringlar bo'ldi. Shu qarorni maqsadimiz mana shu. Bizga kerak emas, megalitik iskan boshqasi ham 100 ming beradigan bo'lsa kerak emas.
Hamamız remont qilib joylik qolamiz. Boshlaydi bu ko'chada mana bunday qildi hamamiz. Chapqa to'xtadi hamam. Mana hozir men o'zim remont qilishim kerak. Qilishim ham bilmayman, nima qilmasligim ham bilmayman. Bu to'y kimdir to'y qilish kerak. Ya bitta bir tadbir qilish kerak, hammasiga xalaqat. Ya misolchi men o'zimga bitta yaxshi joy topgan bo'lsam, shu yerda misolchi 50 mingga sotaman, 30 mingga sotaman, ketmoqchiman. Men ketolmayman. Men quraveman, nima chiqaman. A nima bu ahvol? Kim bergan bu huquq bularga? Qayerdan chiqdi? Nima biz ham insonmiz ham yo'q? Bu yerda hammamiz ham biz bo'lishimiz, biz pianista, qani bitta pianistdan topib bersin. Bizda bitta urush janjalni ko'rmayman. Bitta odam mahallamizda sudlangan yo'q. Ana ahliy mahallalardan-da. Men shuni chekalab qiladi menga. Hammasi qayoqdagi gaplarni gapirishyapti odamlarga. Men o'zim eshitgan yo'q, eshitsam men qo'yib yuboradiman, men odatim shunaqa. Bunchalik bo'lmaydi inson degan. Bular hammasi inson, Allohning bitta bandasi. Ya bunda chiroyli gapini gapirib, ozgina bo'lsa ham yordam qilib, qissa qilar. Bu yerda o'ylayaptiki, biz bu yerda bularni hisobidan nashvatcha qilmoqchi biz. Ko'p pul olib chiqib ketmoqchi biz. Bunaqa emas. Hamma narsa sotiladi deb o'ylaydi. Yo'q, hammalar. Yo'q, sot. Mart bo'lsa olsin uni. Bu yerda narxini hamma biladi. Ne bilmaydi? Bu yerda net. Faqat bu yerda emas, to'rt kezsiz. Hamma joyda shu ahvol. Yana turib. Endi sal odamlarning ko'ngliga qarab, boshqasiga qarab qilishsa, biz mayli marhamat deymiz. Shu joy kerak ekan. Boshlashdi biz hatto dekabrgacha hali ikkita domba qurib qo'yamiz. Ha, qurib qo'y dedim. Qurib qo'y, biz yaxshi chiqamiz dominga. Mahalla aholisini chaqirib, yosh kattalarni, ziyoratchilarni. Yo'q, 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 yo'q. Muzokara qilsa bo'ladi. Odamlar ham nimaga xafaki? Bizlarga bo'lgan bilan mahallasiga kelib turib, hurmatsizlikka munosabatda bo'lib, inson sifatiga qo'shmaganligidan insonlar o'zini qadri uchun xafa.